один из региональных центров развития страны. К такому выводу приходят эксперты по поводу Сургута. Проведенные в августе исследования демонстрируют, что наш город является не только ключевым на нефтедобывающей карте. Сургут вполне весомо отличается от Нижневартовска и других углеводородных центров развитым бизнес-сегментом, подъемом социальных показателей, например, рождаемости. Активное строительство жилья и социально значимых объектов свидетельствуют, что даже в непростых экономических условиях наш город находит пути для развития. И абсолютно очевидно, что для планомерного стратегического развития необходима легитимная вертикаль власти. Центр притяжения талантов, капиталов, ну и мигрантов, чья численность растет стремительно в последние годы. Город архитектурного эксперимента интересного. Ну и стандарты жизни Сургута, они ориентированы на столичный уровень Москвы. Такая задача, она требует консолидации различных уровней власти. Да? То есть Сургуту необходим свой представитель как бы в ХМАО, а ХМАО необходим свой представитель в Москве.